Предприятия Башкортостана направили на профилактику травматизма в 2020 году почти 450 миллионов рублей. Это на 24 миллиона больше, чем годом ранее. Об этом на заседании правительства, посвященному году здоровья, сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова. Она отметила, что это 56% от максимально возможной суммы, которая могла быть направлена на эти цели за счет страховых взносов. В 2020 году она составила 799 миллионов рублей. Всего средствами фонда социального страхования на профилактику травматизма воспользовалось более 4700 организаций республики, что на 8% больше, чем годом ранее. А вот в 2020 году мониторингом было охвачено 23 тысячи организаций республики, имеющих возможность воспользоваться средствами фонда. В 2021 году мониторингом охвачено 8778 организаций. Возможность используется 784 миллиона у нас в этом году имеется. По данным Минтруда, республика вошла в десятку регионов страны по привлечению страхователей к программе финансирования профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний.